Здравствуйте, я Бося Деладжа. Мы с вами находимся на передаче «Мир женщины». Я ведущая. Мы говорим о зависти. И мы уже говорим, что зависть – это плохая штука, это грех, оно никому не нужно. К сожалению, многие женщины страдают от этого, но на то есть Бог, чтобы освободить нас от ненужных грузов, чтобы делать нашу жизнь легко, чтобы мы могли парить, как орли, и вообще наслаждаться всем, что Бог нам дает. Сегодня я хочу обращать наше внимание на 3 стихе. Книга Бытие, 30 глава, 3 стих. Она сказала: «Вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». Вы себе можете представить, из-за зависти она пошла дальше. Зависть рождает греховные действия. Зависть рождает греховные действия, от которых нередко люди жалеют. Но зависть – это как, ну, мы уже ненормальны. Когда мы живем в зависти, мы ненормальны, мы неадекватны. Уже не можем следовать за Богом, уже не можем доверять Ему, уже не можем верить. Мы хотим недовольства, мы хотим сейчас, мы хотим любой ценой. Это портит отношения, это, ну, лишает мира. И это удаляет Бога. Мы просто загоняем себе больше тупики, мы просто усложняем все. И всякое последующее действие в зависти, оно, ну, запутывает больше и больше. Так что давайте будем объявлять войну зависти. Мы не будем завидовать, мы будем радоваться с радующимися, мы будем благословлять всех наших сестер, мы будем понимать, что любая женщина имеет право на счастье, имеет право получить внимание, имеет право быть красивым, и мы будем просто получить удовольствие от того, что другие получают внимание, другие счастливы, другие красиво выглядят, красиво одеваются. Радуйтесь с радующимися.